они уже тут. Всем привет. Привет, народ. Ну что, мы хотим вас поздравить с наступающим 2019 годом. С ума зайти, как быстро летит время. Буквально еще недавно был 2018. Вы видели? Видели, какой он прозорливый и внимательный. На самом деле, 2018 был хорошим годом. Хорошим. Мы увидели новые места в нашей необъятной, огромной стране. Поймали в этом году тайминей. Два тайменя. Что мы еще сделали? Наверное, сделали какие-то добрые дела, может быть, сделали. Ребят, мы увидели кучу красивых мест в этом году. Поделились этими местами с вами. Испытали кучу положительных эмоций, которые, надеюсь, вы тоже с нами испытали. Ну, да что там 18-й? Давайте думать о 19-м годе. 19-й год! Вау! Будет еще больше, еще лучше. И так как у Мишани пока что болит нога, и, наверное, в ближайший месяц мы никуда не поедем, а может и поедем, если она быстро у него будет, перестанет болеть. Или будет быстро болеть, а потом не болеть. Вот. Мы куда-нибудь выйдем снова и снова вам это покажем. И обещаем, этот год будет гораздо интереснее. У нас куча новых проектов. У нас нет одного, у нас нет 48 часов в сутках, ребят. А все остальное мы вам покажем вот в таком же качестве, как и обычно. В 2019 мы обязательно посетим наши старые места. Гена, привет тебе. Мы к тебе обязательно еще заедем. Обязательно посетим новые места. У нас будут новые приключения, новые какие-то фишки, новые штучки у нас появятся в этом году. Мы, наверное, все еще, не наверное, а точно, мы пока сами не знаем, мы еще не придумали. Хочется пожелать всем, чтобы все были здоровы, чтобы Новый год встретили в семье, с близкими, со своими. Не хромая на одной ноге. Нет, кстати говоря, ногу мне сделали очень здорово. Огромное спасибо всем специалистам, которые в этом принимали. Да, Мишаньке полечили колено, да. Все вы знаете. Огромная благодарность врачам Дубнинской больницы, которые оперировали Мишку, которые готовили его к операции. Там куча народа, там анестезиологи, там хирурги, там сестры, нянечки. Всем огромное спасибо. Если бы не вы, я бы до сих пор еще и, глядишь бы, еле-еле ковылял бы. Сейчас он тоже еле-еле ковыляет, но с прогнозом на улучшение. Вот, ребят, а я от себя хотел бы пожелать в 2019 году стать нам всем добрее. Больше обращать внимание на ближних своих, кто есть рядом, кто, возможно, ищет вашей помощи. Помогая другим, вы тем самым помогаете себе становиться лучше, добрее, отзывчивее. И когда мы будем все помогать друг другу, тогда нам будет всем легче жить. И не только в 2019 году, но и на годы вперед. А там будут жить уже наши дети. В общем, ребят, я предлагаю объявить 2019 год годом добра. Да, годом добрых дел. Годом добра. И мы, в принципе, начинаем эту эстафету. Давайте делать добрые дела. Не обязательно об этом говорить и рассказывать. Просто сделайте добро и выбрасывайте его в воду. Все, этого будет достаточно. Мы обращаемся к вам и показываем вам вещи, которых, может быть, сами бы и не смогли сделать, оказать ту помощь людям, которую оказываем мы все вместе. А здесь в комментариях можете написать, какие добрые дела вы сделали в 2018 году, чтобы в 2019 сделать их еще больше. Ну что ж, ребят, желаю вам всем в 2019 году счастья, добра, успехов, здоровья, конечно же, и делайте побольше добрых дел. Я не хотел. Нога! У него правая нога больная, а это я просто массировал. Творите добрые дела, делайте людям добро, и оно к вам обязательно вернется. Пока! С Новым годом, ребят! До новых встреч! Поехали! Поехали! С Новым годом!